Ленинграда, всем привет! Сегодня мы поговорим на такую приятную тему. С 8 января вроде как Китай снимает все ограничения. Ну, то есть, можно будет въезжать в Китай без всяких проблем, без всяких карантинов, без всего прочего. Вот, и даже говорят о том, что сухопутные границы откроются. И это все говорит о том, что и билеты должны подешеветь, и больше рейсов будет. Ну и вроде как туристические визы будут выдаваться без проблем. Это пока информация не 100%, но 90%, так как с официальных источников уже писали, ну, на китайских сайтах, там, на всяких. Ну, то есть, не только там какие-то статьи, но и на государственных сайтах такие новости мелькали, так что новость это практически 100%. Ну и вряд ли ее отменят. Вот. Это говорит о том, что все вот эти времена, самые тяжелые, кончаются. И вряд ли назад уже все пустят дело. Ну, то есть, вряд ли все это возьмут и отменят, скажут, переиграют, скажут, нет, мы передумали, ничего этого не будет. Ну и как бы вернется все как было, но это вряд ли произойдет. Так что вот такой подарок нам на Новый год. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Ну и как видите, народ уже на улице. Столько повыходили, все ходят, но уже палево подутихло, уже меньше, как бы меньше стали бояться вируса. Ну, конечно, ходят все в масках. Вспышка вспышкой, но все уже просто привыкли к этому. Так что все нормально. Вот. Ну и будем надеяться, что скоро, как раньше, будут билеты по адекватным ценам, визы будут выдаваться. Вроде как к этому все идет, и даже быстрее, чем должно было идти. Вот, так что хочу всех поздравить с этой новостью. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Потому что многие не верили, что и через полгода, и через год что-то изменится. Но, как мы видим, ситуация меняется в лучшую сторону. И все выглядит так, что все действительно налаживается. Вот. Спасибо всем за просмотр. Пишите свои комментарии. Сейчас я еще немного улицу поснимаю, как все выглядит. Чтобы вам показать, сколько народу сейчас на улице. Как все подутихло. Как мы видим, народ прослаблялся. Все повыходили на улицу. И паника подутихла. Никто уже особо не парится. Но маски, конечно, носят. Я уже как-то снимал видео на этой улице. Прогулочная улица центральная, Фэшанская. Очень колоритно, куча магазинчиков. Куча всего интересного.